Итак, всем доброго времени суток, с вами Печенька Имба. Сегодня у нас вторая часть прохождения. Так, мы сейчас становимся... Вторая часть третьей миссии. Мы сейчас становимся Черной Вдовой. И открываем рычаг. Так, ну, а Человек-паук у нас должен будет потянуть дверь, чтобы ее открыть. Так, мы сейчас входим. Так, вот он, космический блок. Или что-то наподобие. I'm sorry, but you three don't seem to have the proper visitor pass. Какой пропуск, о чем ты? Очень злобный смех. И сейчас мы упадем, я так понимаю, в ловушку гоблина. И что, собственно, и случилось. Сам себя под... сам сказал, сам посмеялся, короче, да? Ух ты, какой-то чувак пролетел с нами. Похоже на Джона Джеймсона, кстати, очень. Так, и нас сейчас будет какая-то сжимать дрянь. Что мы должны сделать? Давай, 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 давай. Так. Get out of the way, get out of the way. Так, ух ты. Деньги. И мы сейчас строим лестницу, пока она есть на этой возможность. Так, кстати, она получается... Ух ты, интересная очень лестница. Ух ты, мне даже добраться было нельзя. Так, и у нас появляется Веном. Да. Это тот самый Веном. Правда, на себя он не похож, похож на какую-то ящерицу. Или что-то вот такое, знаете, кто играл в Dead Space, я думаю, поймут. Такая дрянь была, но еще плескалась какой-то... ядовитый шмалью такой. Вот что-то вот, нифига себе. Тут теперь люди. Типа не люди стали, а какими-то вот венами. Ну нифига не поднимают такую шнягу. Профессионал, да, даже с этой шнягой не попадает. Так, у нас тут все залипло. А мы собираем пока что денежки. Разбиваем тут все. Ну. Правда, это все нормально. Так, мы собираем кучу денег. Ни хрена, деньжище. Так, деньжище собираем. Оба. Тыщенка. Тыщу пропускать никак вообще нельзя. Так. Что у нас тут за механизм, который сейчас... Просто провалился, ну а просто минус сейчас дает. Нифига монет тут дали, конечно. А, он пуляется не совсем стрелами даже иной раз. Кто видел сейчас какую-то швабру или что-то наподобие, сейчас летело просто вот кого-то. Такая плюха. Так. А я вот думаю, если нам сейчас вот тут вот обойти. Тут ничего, наверное, нет. А, ни хрена себе ничего нет. Да, про тут мы, наверное, ничего не соберем больше. Ну, я так предполагаю. Мы уже собрали больше половины, друзья. Ну, естественно, если все подряд тут разбивать, тут, по-моему... Особенно если еще такие минусы делать, как их делает. Ух ты, ёпрасоте. А что ж тут делать? Зажал. Скилл показал, да? Так. А, что-то я не дуплил. Надо было вот что делать. Вот что надо было делать. Так, и мы сейчас с Человеком-пауком просто размесим эту крышу, ну да. Спайди, конечно, синий. Чувак, мы не отрицаем ничего. Так. Ой-ой-ой-ой-ой, что мы упали. Так. Мы должны их всех подолбить.
Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати, Венома в народе называют Черная Смерть. Или что-то. А, тут нужен сам Веном. Интересно. У нас даже Веном вроде должен был появиться. Так, а тут мы тоже всех подолбим сейчас. Нифига себе, на лету, минус 2 просто. Давай, давай, Спайди, нельзя, нельзя падать. А, хорош, денежку собрал. Так. Ну, а мы тут пока собираем деньги. Да пошел ты. Ух, нифига себе. Вот это я, вот это прием в натуре. Так. Вот это он его. Конечно, да. Здесь у нас, собственно, деньги опять. Куча денег. Ай-я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 й
Так. Нет, я хочу и тут полазить. Так. Ни хрена себе тут. Телекинез. Ну, у нас телекинезников жалко нет. У нас есть только паук. Опа. Тысяча. Так, где наш паук? Паук. Чуть не упал. Вот и все. Вот еще фанаты мы выполнили. А че она упала? Почему захотела влепить? Так. Мы сейчас поднимаем, крутим, вертим. Кручу, верчу, запутать хочу. Так. И нам нужен сокол. Где же наш сокол? Ух ты, нифига на их. На его током воткнуло просто. Так, стоп. Где сокол? Где сокол? Чё все лазят? Черт пойми, где. Так. И... А у нас продлевается лестница дальше. Да, что нам и нужно было. Да боже, прыгай уже. Так, ой, так, тихо. Ну, а у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Сезам открылся так, что... Она упала просто. Божественно. Ну и мы сейчас, походу, поднимемся, и у нас тут... Да. Так, у нас здесь контрольная точка. Что у нас со временем? Я думаю, на этом наш выпуск будет закончен. С вами был Имба. И... Аривидерчи, друзья. Увидимся. Так, увидимся, да.